К другим событиям. Кремль был готов к отмене визита в Москву президента США Барака Обамы и воспринял это спокойно, сообщил сегодня помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, Москва не пойдет на ответные шаги. Более того, в России уверены, что контакты возобновятся, поскольку их отсутствие ведет в тупик. Напомним, в минувшую среду американский Белый дом объявил о том, что Обама не будет встречаться с Путиным в сентябре в Москве. Америка сильно недовольна предоставлением временного убежища в России бывшему сотруднику своих спецслужб Эдварду Сноудену. Еще два дня назад Москва заявила, что разочарована такой реакцией Вашингтона. Да и сама проблема была создана отнюдь не в России. Помощник Владимира Путина сегодня заявил, что приглашение в Москву Барака Обамы остается в силе.